Всем привет и хорошего настроения, друзья! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Новый год наступил, но праздники продолжаются. Новогодние рождественские подарки не перестают к нам приходить, нас удивлять. Спасибо хорошим, замечательным людям, друзьям, единомышленникам. Вот такую чудесную посылочку я получил вчера, каюсь, не сегодня. Времени не было снять обзорчик. Вчера на почте от нашего друга-единомышленника, замечательного, добрейшей души человека Сергея Александровича из Твери. Уже второй раз он не перестает радовать своей добротой, скажем так, ну, на самом деле щедростью, вот, потому что совершенно бесплатно вот, прислал на Новый год. Вот, спасибо, Сергей Александрович, спасибо и низкий поклон. Вот такие вот замечательные штучки, которые мы с вами сейчас и посмотрим радостно. Кстати, друзья, ссылку на объявление от Сергея Александровича, которое присутствует на Авито, я отдам в конце обзора. Очень много полезных вещей можно заказать, получить от Сергея Александровича нам, любителям магнитной записи. Это очень будет полезно и нужно. Вот, так что смотрите ссылочку по поискам в Авито. Я думаю, вы без труда найдете, значит, как связаться с Сергеем Александровичем и что-либо у него заказать. Итак, не буду томить и тянуть. Достаем волшебные ножницы. Открываем волшебную упаковку. Вот. И наш новогодний рождественский подарок сейчас предстанет пред нами во всем великолепии. Вот что здесь у нас такое лежит, я вам говорить не буду до тех самых пор, пока мы это дело не распакуем и не используем, не попробуем использовать по назначению. О, как душевно Почта России все это у нас тут запаковывает. Вот, что даже тяжеловато добраться вот к тому, что нас ждет в этом замечательном ящичке. Так, ладно, не буду искать легких путей. Открою, как получается. Вот, друзья. Здесь чудесное, обратите внимание на качество упаковки. Пупырка плюс пленка, все индивидуально запаковано. Немножечко потянем. Тянем, вытянуть не можем. Достаем два чудесных вот таких сверточка. А, о, господи, Сергей Александрович, вы в своем репертуаре. Опять спасибо. Снова новогодние упаковки с Санта-Клаусом. Открываем. Вы посмотрите на этого замечательного человека. Вот. Просто настроение поднимается. Личико Дед Мороза. Merry Christmas. Господи. Господи, какая прелесть. Друзья. Вот. Это, я так понимаю, это бонус уже. А здесь мы видим, конечно же, вы уже догадались. Ох, какие. Еще один Merry Christmas. Так, со снеговиком. Так, ребята. Будьте здесь. Вау! Какая прелесть! Да, друзья, это вот такие вот набы. Набы под, скажем так, стандартные катушечки. То есть их можно использовать на нашем, соответственно, аппарате, любом магнитофоне катушечном. Вот, красота какая! Как все выполнено качественно. Вот, ну, несмотря на то, что это, сами понимаете, 3D-печать, но сделано фирменно. Вот этот красный ободок, это вот прелесть, вот, она, конечно, придает вот определенное, скажем так, изящество. Цвет такой слоновой кости, не белый и не светло-серый, что-то такое среднее. Очень-очень такой интересный цвет, в принципе, подходящий под любые виды, скажем так, ну, и под черную аппаратуру прекрасно контрастно будет выделяться с красным ободком. И под серебристую аппаратуру, которую я очень люблю. Ну, а здесь у нас, ну, прям даже жалко портить упаковку. Но что делать? Вот. Здесь у нас находятся как раз вот такие вот переходнички. Это под, как он... AMG, по-моему, называется правильно, адаптер. Вот, Сергей уже присылал мне такие вот эти самые переходники под старинные чудесные катушки. Сейчас я вам еще раз все это продемонстрируем. И мы это все с вами посмотрим вживую. Так,
здесь еще помимо того, что в Дед Морозе, еще тоже вот в упаковочке, а здесь у нас такие же, но только черненькие, черненькие. Ну вообще, о, вот такой вот шестикратный подарок. Так, всем все видно. Ну а сейчас, друзья, мы это все с вами, сейчас паузу включу, посмотрим на магнитофончиках. Вот такая вот замечательнейшая прелесть, блин. Замечательнейшая прелесть. Вот это мне понравилось. Вот такого типа переходника я еще не видел. То есть под трехлучевую звезду, да, и гладкая вот с выточкой вот здесь по центру. То есть, по идее, в принципе, мы можем теперь вот эти набы, переходники поставить на катушке, а сверху прижать этим набом. И должна получиться красотень. А ну попробуем, попробуем, попробуем. Прям не терпится. Вот, друзья, я уже поместил эти чудесные приобретения на свой Олимп, на котором чаще всего все это дело используют. Посмотрите, как великолепно это выглядит. Во, Олимпушка и катушечки вот эти вот, так сказать. Ну, блин, ну, по-моему, просто прелесть. Старинные алюминиевые катушки. Вот, и вот эти набы их сильно украшают. Как бы теперь они мало того, что AEG адаптер, еще и вот такие вот. Вот такие вот, как бы, ну, скажем так, пусть они декоративные, но хотя нет, с другой стороны, вот видите, стали идеально, все, так сказать, замки замкнулись, вот, и они еще несут функцию, как прижимают, как бы, эти катушки. Сами по себе эти катушки 22-е, видите, они по диаметру несколько больше, меньше, чем 27-е катушки. Вот, это, кстати, тоже набы вот эти вот Сергея, тоже он прислал. Еще в прошлый раз. Вот такие вот, смотрите, вот замечательные варианты получились у нас. То есть, давайте я вам даже отомкну и покажу, как это все выглядит. Так, вот снимаем. Сюда вот я вставил. Так, сейчас, секундочку. Неудобно одной рукой как. Так, вот, снимаю. Вот, видите, вот. Вот так вот выглядит без, скажем так, без вот этой закрывашки. Декоративный. И, кстати, можно и даже и на эту самую поставить. Я так понял. И на 18-ю катушку. Сейчас попробуем. По фриколу. Вот. То есть, в принципе, в которой нап адаптер не нужен. Так чисто для эстетики. Можно и на 18-ю катушку вот эти вещи ставить. Вот, для придания эстетики. Вот так выглядит без адаптера, вот так выглядит с адаптером. Вот, если мы снимем, здесь мы видим, вот стоит вот вновь присланный красненький нап адаптер Сергея. Вот. Мы его воткнули вот сюда в AEG, о, не NAP адаптер, а AEG, извините, адаптер. Мы его воткнули вот сюда, вот в это родное посадочное AEG место катушки. Вот, при помощи вот такого переходника AEG адаптера мы соединяем это с нашим магнитофоном. Ну, а сверху можем одеть еще вот такую вот замечательную красотулечку для пущего эффекта. Ну, надеюсь, всем все понятно. Спасибо, друзья, огромное. А, сейчас хотел еще показать с 18-й катушкой, как это будет выглядеть. Ну вот, то есть, допустим, мы поставим сюда так, для контраста, обычную 18-ю, еще старорежимную трехлучевую катушечку, да? Вот. Это она просто стоит. А если мы захотим привнести определенный эстетический писк, вот берем вот этот вот адаптер, одеваем и замыкаем. По-моему, оригинально. Как вам, друзья? Если взять еще катушечку поинтереснее рисунка, и тоже беленькую, допустим, да? Или черную для контраста. Вау! Вау, вау, вау! Вот такая вот интересная получается категория. Сережа, дружище, ты мой незнакомый, дальний, скажем так, виртуальный. Спасибо огромное. Еще раз спасибо. С Рождеством, с Новым годом, с наступившим, с Рождеством наступающим. Всех благ, успехов. Вот, обнимаю, жму руку. Ну, а, скажем так, ссылочка на страничку на Авито, ссылочка на страничку Сергея будет в конце. Приложу отдельным файликом. Все, друзья, всем привет и хорошего настроения. Оставайтесь на канале. Всегда с вами Сергей. Пока-пока. Вот, друзья, как и обещал, ссылочка на объявление Сергея на Авито. Искать можно по ключевым словам «набы для катушек», допустим. «Набы для катушек», Тверская область, Тверь. Вот. Это, скажем так, очень, ну, небольшая часть ассортимента на фото показана из того, что делает Сергей. Всем привет, всем хорошего настроения, пока-пока, всегда с вами Сергей.